Кеш жарық қарындар мен мырзалар, қадірлі өнерсүйер қауым, Қазақтың Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясына қош келдіңіздер. Уважаемые дамы и господа, мы с большой радостью приветствуем вас в Большом зале Казанской государственной филармонии имени Жамбыла. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық бол жылдар, ақырын-ақырын шегініп, алыстап кеттау ғырғырлар. Бұл сағынышқа толы музыка кеше. Бүгін біз өтке күнді шым-шымдап еске түсіре отырып, қосыла ән жырқаймыз. Дайынсыздар ғой? По многочисленным просьбам наших дорогих слушателей мы повторяем наш вечер, посвященный памяти великого артиста и композитора Муслима Магомаева. Этот уникальный экспириенс, а мы говорим о фольклорно-этнографическом оркестре «Отра Арсазы» в тандеме с талантливыми, прекрасными вокалистами, ведущими артистами оперного театра имени Абая, настолько покорил публику, что с каждым повторным концертом в зале царит аншлаг, впрочем, как и сегодня. А это говорит о том, что песни Муслима Магомаева живы, живут и будут жить еще долгое время. Дұрыс айтасыз, Диана ханым. Ұмытпайды, бұл уақыт ештеңені. Есімізде ескі шақтың естөлегі. Селек соғар жылқысы бақыт деген, біреуге ерте біреуге кеш келеді. Ұмытпайды, бұл уақыт ештеңені. Как говорил великий маэстро, я не люблю, когда пение называют работой. Меня как-то коробит от этого. Магомаев всегда пел с большим удовольствием и любовью. И даже когда ему было плохо на душе, он всегда выходил на сцену, забывая о всех проблемах и жизненных невзгодах. И вот сегодня наши прекрасные мужские голоса в союзе с оркестром подарят вам незабываемый и прекрасный вечер. Ты моя мелодия. Қадірлі көрермен, ендеше біз концертімізді бастаймыз. Геннадий Гладков, серенада «Трубадура», слова Юрия Энтина. Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық, фольклорно-этнографиялық «Отра Арсазы» оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дінзухра Тілендиева. Солирует заслуженный деятель Казахстана Игорь Благодарный. Дирижер Казахстана еңбек сіңірген қайраткері Дінзухра Тілендиева.
Солнце взойдет, о, солнце взойдет. Арно Бабаджанян. Натюрм. Сөзін жазған Роберт Рождественский. Yeah.
Полад Бюльбюлоглы, «Фиалки», слова Онегина Гаджикасымова. Солирует Фархат Кубиев. Юбер Жиро, Париж Аспара, орындайтын оркестр. Дирижер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мүсірім Әмзе.
Нина Рота. Parla Pio Piano. Слова Ларри Кьюзика. Солирует Халид Орынкул. Александра Бахмутова, Надежда, сөзін жазған Николай Добронравов, солист Дінмұхамед Көшкімбай. Thank you.
нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Красивых композиций Арно Бабаджаняна. Мало кому известно, что эту песню композитор написал для Софии Ротару. Но в мужском исполнении, а если быть точнее, в исполнении Муслима Магомаева, песня приобрела новые краски и новую жизнь. Эта песня очень повезло с исполнителями. Они пели ее в каждой своей манере, в разные годы, снова и снова делая ее популярной. Автором этой песни стал поэт Андрей Вознесенский, чей талант, страстная и искренняя поэзия производили на публику ошеломляющее впечатление. Сочинения Бабаджаняна и Вознесенского настолько дополнили друг друга темпераментом, мощью и сильной энергетикой, что, слушая эту песню, человек возрождается душевно и духовно. Арно Бабаджанян, «Верни мне музыку», солирует Эмиль Сакалов, дирижер Дензухра Тлендиба. Thank you.
Арно Бабаджанер. Лучший город земли. Сөзін жазған Леонид Гербенев. Солист Абай атындағы мемлекеттік академиялық ұлттық опера және балет театрының солисі, халықаралық конкурстардың лауреаты Олег Татамиров. Мишель Легран. «Шербурские зонтики» из кинофильма «Жду тебя» исполняет оркестр. Дирижер Муслим Эмзе.
Я Фрэнклин, журавли. Слова Расула Гамзатова. Солист Дынмухамед Кошканбаев.
Баджанян, королева красоты. Сөзін жазған Анатолий Горохов. Солист Фархат Кубиев. Михаила Матусовского. Солирует Олег Татамиров. Спою еще одну.
окно. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я прошу, мечтая и любя, даже солнце светит по-особому. С той минуты, как увидел я тебя, «Свадьба». Сөзін жазған Роберт Рождественский. Солист Игорь Благодарный. Под разливы деревенских
Александра Пахмутова и Николай Добронравов предложили ему композицию «Ты моя мелодия». Магомаев рассказывал, что песня сразу пришлась ему по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. И спустя пару дней была сделана запись этой песни. Первой же, кто услышал эту песню, была жена Муслима Магомаева Тамара Синявская. Причем услышала она эту песню по телефону, когда муж нежно напевал ей в трубку. Александра Пахмутова «Мелодия». Слова Николая Добронравова. Солирует Олег Татамиров. Дирижер Танцуха Квиндина. Thank you.
верни мелодию любви. Франсуа, «My Way», слова Пола Анка и Фрэнка Синатра. Солирует Фархад Кубиев. Near, and so I face the
Муслим Магомай. «Синяя вечность». Сырджазна Геннадий Козловский. Солист Эмиль Сакамов. Завершит концерт «Чёртово колесо» Арно Бабаджанян. Солирует Олег Татамиров. Thank you.
Очень хорошо.
это еще под это. А может, мы... Хорошо, хорошо.